Дорогие друзья, одесситы, в истории нашего футбольного клуба на стадионе нашего родного города-героя Одессы произошло беспрецедентное и вопиющее событие. Такие неонацистские символы запрещены всем мировым футбольным сообществом. Еще раз вглядитесь внимательно в эти лица, в эти символы, в эти жесты. Под этими символами и с этими жестами уже приходили на нашу землю. Мы помним, какую страшную цену заплатил наш народ, наш родной город. Подобное больше никогда не должно повториться. Люди, сделавшие это, не помнят прошлое, а значит, не имеют будущего. Таким не место среди нас. Клуб сделает все, чтобы этому факту была дана надлежащая правовая оценка компетентными органами.